Итак, добрый день, дорогие друзья, с вами я, Глеб, и мы сегодня продолжаем играть в Metro Last Light. Мы идем в полис. Вместе. И будь что будет. Малыш не захотел уходить, что-то держит его рядом. Пока не могу понять, что. Впрочем, я этому обстоятельству рад. Он помогает мне. Продолжаем. Так, где мы остановились? Опа, вот где мы остановились, все, вспомнил. Так, здесь у меня еще ПНВ разрядилось опять. Так, проверяем фонарь. Все, фонарь у меня выключен. О-оу. Так, здесь лучше быть осторожным. Так, не-не-не-не-не. Рисковать не стану, хотя... Давайте-ка попробуем. Сейчас тебя снесем. А? Так, идем к этому теперь. А, брат, твою! Так, кстати, обыскать их надо, а то чуть не забыл. Так. Так, сейчас это обыщем. Так, идем здесь. Осторожно. Ой, черный, здорово, не заметил тебя. Так, что дальше-то? Мне сюда вообще, не? Сюда. Вроде бы как. Так. Ой, мышка. Ты его знаешь. И он тебя. Кто? Вы о чем вообще? Сударь. Телефон нельзя взять. Так, здесь вроде бы ничего. Так, и куда мне идти? А, ну, понятно, сюда. О-о-о. Неожиданно. Это ж Павел. Или не он? Что происходит? Нет, это не Павел. Или Павел. Или это Лесницкий. Кто это? А, это Лесницкий, все понятно. Не разглядел сразу. Здорово, Лесничок. Как все, спокойно? Да, порядок. Чего нас тут вообще поставили? Ну да ладно. Пост сдал. Что-то видно важное. Пост принял, бывай. Ага, ну, тут все понятно теперь. Прекрасно, Лесницкий. Теперь, товарищ Морозов, надо организовать испытание вируса. У вас, кажется, были подходящие... деловые партнеры. Да, Числав Андреевич, бандиты с Венеции считают меня контрабандистом, и если им заплатить... Избавьте от подробностей, дайте мне результат. Товарищ Лесницкий, задание ясно? Так точно, товарищ генерал! Это мы еще посмотрим. У меня есть неплохой козырь. Ты? Так, это вот, судя по всему, была Аня. Приступайте. А вот Красную площадь, Павел, бери на себя ты. Сам понимаешь, кроме тебя больше никому доверить не могу. Не подведу, товарищ генерал. Очень интересно. Но больше не могу. Устал. Так. Сейчас что-то будет. Так. Так. Оглушить. Он очень плохой. Но ты прав. Убивать хуже. Так, не, убивать мы его не будем. Так, открыто достижение тайны. И что оно мне дает? Смотрите-ка. Раз, два. Раз, ладно. Этим я баловаться, пожалуй, не буду. Так, куда мне идти? Вроде бы в эту сторону. Сюда зайти нельзя. Ну, значит, идем вперед. Так, здесь кто-нибудь еще остался? Мало ли. Мало ли кто-то и остался. Так, что у нас здесь? А, нет, вот здесь есть что-то полезное. Если, конечно, это... Да, открывается. Патроны и книжка. Я бы ее взял, но... Возможно, она нечитабельна уже. Это возможно. Так, в какую сторону? Как всегда, вперед и только вперед. Ну ладно. Будем придерживаться именно этого правила. А, ну все понятно, следующий уровень. К
Кто посеял ветер, пожнет бурю. Черный открыл для меня мысли Лесницкого. Я знаю то, что знает он. Война уже бушует в них. Семена, которые посеял Корбут, взошли. В полисе созывают мирную конференцию. Смешно и глупо. Война уже началась и не прекратится, пока в метро останется хоть кто-то живой. Все, кто пытается остановить ее, пытаются остановить ураган руками. Я должен добраться до полиса, разоблачить лжецов и встретить бурю. Так, название самой локации уже интересует. Город призраков. Здесь тени. Много. Не видят меня, не слышат. Живут они, живут. Очень странно. Что за бред? Куда он свалил? Вот и куда мне теперь идти? Стой, здесь что-нибудь есть? Вот, нашел. Поможет тебе дышать. Что? О, спасибо. Ты прям как это... Я скоро. Элизабет из этого, из Биошока Инфинит. Там что-то было? Так, давайте-ка посмотрим, в какую сторону. Нам туда. Но там тоже какой-то проход есть. Давайте-ка зайдем сюда. Посмотрим, что здесь. Потому что если что-то не обыскивать, это... Сами понимаете. Ой! Я дурак, извиняюсь. Кошмар. Это а что здесь? А, понятно. Ну, одно и то же трендит. Так. О, Порт Вейн. Так, здесь больше ничего нету. Ничего нету. Так, теперь надо только внимательно и внимательно искать эти нычки, сами понимаете. Только еще надо быть еще осторожным, сами видите, что произошло. Что это? Что это за... Так, главное не стрелять. Ну, мало ли. Что это за свет? О, такой странный как раз. Мертвый какой-то. Смеются чего-то. Это мне что-нибудь дает, интересно, нет? Так, может здесь что-то еще валяется. Не, можно уходить. Так, продукты. Здесь ничего. Здесь сюда забраться нельзя. Ладно, значит, заходим в этот дом. Интересно, сюда или сюда именно? О, ну, вроде бы сюда не надо. Но тут есть противогаз. И... ништяки. Так, что-то здесь Артему как-то не очень хорошо, я смотрю. И дальше зайти никак. Что это значит? Воу-воу-воу. Что это за красная штука? К чему это? Так. Что-то не понимаю. Может, я что-то не то сделал? Не туда зашел. Наверх или сюда? Так, здесь ни черта нету. Но мне вроде бы сюда. Ну-ка, а на этажах повыше что-нибудь есть? Ага, понятно, не пройти. Печально. Ну, заходим тогда. Так, что здесь у нас? О! Дневничок. Так, нам опять идти поверху. Здравствуй снова, Москва. Город-склеп. Город-павший герой. Город, от которого отлетела душа. Для меня он больше не родной. Мой родной дом остался в прошлом. Но он родной для маленького черного. Как странно. Да. Страннее некуда. Что это за... Все-таки так вот странное свечение. Все-таки не могу понять. Ну ладно. Может, потом объяснят. Какие-то батареи, часы, которые остановились. Так, здесь что? Здесь ничего. Ну ладно. Оу.
Блин, как здесь красиво, а? Ты видел? Маленький человек здесь ищет другого человека. Не такого, как ты. Женщину? Да, женщину. Маму. А я вообще сюда зашел или нет? Вообще, куда я попал? Случайно сюда спрыгнул из-за любопытства, вот. Так, ну отсюда вам можно выйти. Правда, растяжка есть. Ой. Здесь пацан какой-то. Вот здесь стоял. Где он? Стоп, ну он же здесь стоял. Что за приколы? Почему я не могу противогаз протереть? Так, что здесь-то? Здесь есть выход. Не, подождите, выход пока искать еще. Ну, может, не рановато, но... Мне хочется все здесь... исследовать. Оу. Что за... Оу. Фильтр, что ли? Ладно. О! Так. Джекпот. Блин, так у меня теперь нет на нее патронов. Вот это печально. Но Хельсинг теперь есть. Это главное. И за что мне это? Я просто посмотрел. Как бы. Ну ладно. Вот здесь, вот он. Что это за прикол? Не, ребята, знаете, это место гиблое. Здесь... делать нечего. Да. Так, растяжка. Ага, во. А то, как знаете, как в прошлый раз бы упали и все. О, господи. Так, ну вот здесь есть нычка. Это радует. А выходить отсюда вы как? Ладно, ну, вроде бы выход был... Что за... Нет, знаете, все сваливаю отсюда. Так, отсюда не выйти. Выйти только можно отсюда. Так. Фонарь нет. Фонарь, он меня спасает сейчас. Не дает сойти с ума. Так, как... так куда мне идти, типа? Вот здесь ход есть. Надо сюда? Нет. И зачем... Что за звуки? Ребята, слушайте, я, конечно, понимаю все, что вам может не понравиться то, что я вот, как это было в случае с Региной, что я хожу туда-сюда, но все-таки, видите, здесь полно нычек. Оу. Печалька. Красиво. Так вот, как это называется. Музыка. Теперь буду знать. Да, играть я умею, конечно, просто прекрасно. Так. Ну не, все, здесь делать нечего. Ванна какая-то. Шкафы. Не, все, сваливаем. Так, теперь вроде бы вперед. Потому что другого пути я не вижу. Туда не пройти. Да и там странно. Вроде бы... Странно. Глазам не видно плохо. Тени видно лучше. Это он о чем? Так, сюда не пройти, так. Оу, 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 оу. Так, а здесь что-нибудь есть? Есть. Так, спуститься можно? Вот так вот. Или может пройтись по этой вот... Оу! Оу, 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 оу! Вот так вот. Так, кто тут на меня идет еще? Впереди звери. Не знают о нас. Не видят. Голодные. О, помните этого чувака? Вот откуда они взялись. Так, здесь ничего нету. Оу! Так, ребята, хорош! Так, знаете, все. Хватит церемониться. Надоели. Все. Ау. Как бы это залечить, кстати говоря?
Ой, я не то сделал, я хотел фонарь зарядить. Так, это открывается, а мне сюда надо. Не надо. Ну, зайдем тогда. О! Так, смотрим. Смотрим внимательно. Противогаз. То, что надо. Так, отлично. А то мой тот сломался, и все. Так, куда дальше-то идти? О, приемник. Осмотрели все прилегающие дворы. В соседнем можно подняться на крышу дома по лестнице. Оттуда в переход, ведущий в сторону Кремля. Ого, сколько всего тут. Торчим здесь уже 5 часов. Серый услышал какие-то голоса, вышел проверить. Обыскал весь двор, Серого нет. Пропал. Вокруг какая-то чертовщина. Попробую добраться до депо и спуститься на Ганзу. Так, интересно. Что-то типа псевдодневника, хотя, кто знает. Так, ладно. Что дальше-то? Кстати, заметьте, здесь Артём как будто держит оружие. Ну, по тени. Ну ладно. Так, готовим оружие. Так, вроде бы все в порядке. Так, куда идти? Вперед, как всегда. Ну-ка. Сюда нам не зайти. Или зайти? Аптека. Ну, или бывшее здание аптеки. Правильнее сказать. Так. Ну, нам сюда не залезть. Да и надо оно нам. Ну-ка, эта фигня выбивается. Не выбивается. Блин, что это за звуки? А, это эти летают. Точно не выбивается. Да ладно. Больно надо было. Или можно запрыгнуть все-таки. Слушайте, давайте-ка попробуем. Не. Паркурист из меня еще тот. Или тут по-другому надо? Ладно. Фиг с ним. Или тут дверка есть. Ага, которая не пускает. Маленькая смерть. Это для твоих врагов. Что это? А, патроны. Буду близко. Хорошо. Слушайте, не, действительно, как Элизабет какая-то из этого. Из Биошока. Так, чувак. Бедный чувак. Так, фильтр сколько там? Не, вроде бы времени еще есть. Так, сюда не войти. Сюда тоже вроде бы не войти. Ладно. Слушайте, опять сейчас тут начинается. Так, что это за... Ну-ка, если я сменю фильтр. Вроде бы лучше. Хотя, не могу сказать точно. Я не знаю, чего это экран краснеет. И к чему это. Ну да ладно. Так, куда именно нам? Ну, понятное дело, туда. Здесь не открывается. О, нет. Туда что-то идти немного стрёмно. Здесь ничего нету. Оу. 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 Как мою семью. Вот как это называется. Ракеты. Запомню. Да, дружок. Видишь, какие печальные судьбы. Так. Что здесь? Слушайте, ну он бежит, конечно, еще тут. Так, что там? Ладно, пофигу, что там. И тут я не смог перепрыгнуть. Так, а здесь что? А здесь тоже ничего. Не пускает меня. Эх, и где свобода перемещения? Стоп, это что, замок типа такой? Нарисованный. Ладно, запомним. Так, а здесь что у нас? Оу, вы это слышите? Определенно, слышу. Кто там? С кем там? Кто с кем дерется? Жизни вы сделали меньше, чем смерти. Таких нахожу мало. Кто кого убил? Здесь нужно вверх. По лестнице? Теперь знаю. Да. Сюда, что ли? Подожди, парень.
Подожди минуточку. Это кто кого убил? Я не понял. Или это просто галлюцинации были? Нет, галлюцинации были. Еще раз извиняюсь, если там нублю где-то или еще что-то. Или где-то лишний раз лазаю. Воу-воу-воу, полезли! Нет, знаете, там от крылатые. Греха подальше. Будь осторожней. Это он типа здесь? Ладно. О! Окей. Это было довольно весело. А теперь-то что? Так, здесь эта штука летает. Она мне особо тут ничего полезного не даст. Поэтому просто отсюда сваливаем. Так, что я здесь забыл? Я сам не знаю, что я здесь забыл. Так, здесь лифт, он уже давно не работает. Оу. Оу. Он до сих пор не понял, что умер. Думает, что сейчас придет мама. А она не придет. Никогда. И ко мне тоже. Потому что вы всех убили. Хорошо, а что ты так трясешься, а? Господи, знаете, он какой-то немного все-таки странный. Конечно, прикольный, но странный. Сами видите, так вот чёрзался так. О-оу. О! Надо же. И что мне это дало? Так, сразу говорю, туда прыгать не стоит. Я дурак прыгнул, теперь вот жалею. Так, здесь надо осторожно так. Опа. Так, за что это карму получил, не знаю. А здесь что у нас? А, здесь у нас лестница обвалилась. О-оу. Что это за звук? Что за звук, а не ясно, где он. Так, что здесь у нас? Ничка. Противогаз нам не нужен, все это нам не нужно. Так, но звуки там довольно такие, сами слышите, какие. Нет, туда лучше не соваться. А здесь лучше включить ПНВ. Так, фонарик я отключу. Отключил же? Отключил. Все, нечего лишний раз разряжать. Так, минуточку. Оу. Что это за силуэты? И как здесь свет проходит? А, все понятно. Там кто-то был или мне показалось? Возможно, показалось. Так, судя... Минуту. Это не тень. Ты сам. Давно. Очень давно. Ага. Только где я вообще сейчас оказался? А, на том же месте. Странно, странно. Так, нам туда вроде бы. Но я хочу зайти сюда, как всегда. Так. Знаете, этих глюнов и прочих видений с меня достаточно. Оу. Слишком уж. Много всего. Так, не, лучше ПНВ. Оу. Понятно. Мы с вами ничего не видим. А фонарь? И фонарь нельзя включить. Ладно, идем на ощупь. Ведь так? О, на ощупь, знаете, идти не очень приятно. С зажигалкой. О, бидон. Ну, можно еще бидон прихватить, и компания будет точно составлена. Артем, черный и бидон. Где что? Кто что говорит где? Что за голоса? Блин. Здесь еще понять надо, что происходит. Блин, темно еще как-то. Кошмар. Да, это будет похлеще предыдущих мест и того же озера. Хотя, не, озеро было самое веселое место. Так. Фонарь до сих пор нельзя включить, понятно. Так, сюда не залезть, да и не надо. Вроде бы. Так, карта есть? Как бы надо. Так, ну нам туда как бы. Так.
Где чё, кто говорит? И что говорят, ещё надо понять. Что-то неразборчивое. Оу, фильтр! Только сейчас увидел. Так. Ещё сколько у меня времени? У меня ещё 5 минут есть. До смены следующего фильтра. Так, куда идти? О! Так, ну они пускай там шепчут себе, что хотят. А я спущусь, пожалуй. Так, в какую... Ну, ладно, понятно. Идти надо сюда. Я буду все равно с зажигалкой так. А, понятно. Следующая локация. Ведь так? А, все нормально. Отсюда я знаю только одну дорогу в полис. Через Красную площадь. Соединюсь с нашими. Расскажу им все, что знаю. А там уже и до цели рукой подать. Скоро все кончится. Оу. Точно все? Здесь опасно, Артем. Не как раньше. Я чувствую. И буду с тобой. Скажу, что делать. Спасибо тебе, мой юный друг, за то, что помогаешь, конечно. Но все же тут еще надо понять. Что это? Что это? Ты тоже их чувствуешь. Значит, тебе будет легко понять. Что это? Какая-то целая стена из этого построена. А это кто? Да. Так, противогаз. Это центр. Все дороги ведут сюда. Вот почему они не смогли уйти. Вы гляньте-ка, а. Хоть где-то... хоть в игре побывал. В Красной площади. Так. Вообще, не в Красной площади, а на Красной площади. Так. Оу, что за выстрел? А звук... Ой, а шума... На, ладно. Проехали. Так, кстати, фонарик. Они здесь. Очень давно. Их много. И они знают, что мы чувствуем. Кто они? О, посмотрите-ка. Красота. Ну, в какой-то степени хотя бы. Так, вопрос, куда дальше-то идти? Вот тут птички всякие. Просто здесь их дом. Если уйдем, они не тронут. Кто они? О. Боятся за свой дом. Боятся тебя. Знают вас. Так они ушли или нет? Может, погуляем здесь? Здесь что-то есть? Я так понимаю. Точнее, там. Сходить, не сходить? А, не-не-не. Не-не. Идти туда, хотя... Они он сказал сам, что если мы туда не пойдем, нас не тронут. Тьма. Идет тьма. Нужно спешить. Ну подожди ты, что это за место такое? О. Что это? Да. Здесь можно неплохо наживиться на фильтрах. Но... Но здесь как-то очень... Мух много. И трупов. Да. Ну ладно, не будем здесь задерживаться. Просто свалим. Так, красный какой-то флажок. Что он был назначал? Так, что это за звук? Шустрее. Ветер. Опасно. Так куда идти? А, понятно, он меня направит здесь. Здесь тихо. Лучше подождать. Воу-воу, меня снесло куда-то. Лучше мне объясните, что произошло. Ветер, опасно. Так куда... Стоп, идем сюда. Здесь ветра не будет. Я чувствую. Так, идем. Опасно. Там опасно. Здесь тихо. Лучше подождать. Так. Скоро можно будет идти. А, я, может, просто шелохнулся раньше времени? Чувак, а чё ты мне раньше не сказал, а?
Что? Нужно идти, успели. Сейчас снова будет буря. Да. Так, Буря. Прячься. Пока опасно. Не ходи. Не иду. Ох ты ж, елки, гляньте-ка. Да, ребят, это похлеще всяких там. Опять можно. Пойдем. Похлеще? Я даже не знаю, что похлеще. Идем. Здесь даже не успею. Стой, ты куда делся? Время идти. Куда идти? А, сюда идти. Все, понял. Он боится. Хочет домой. Не красный. Тогда идем. Если боится и нас не хочет обидеть. Мы не одни. Лучше уйти. Если уйдем, не тронут. Куда идти? А, понятно. Идем. Ой. Стоп, я что-то не понял. А куда идти дальше? Я как-то зашел так неудачно. Оу. Что за... Так, стоп. Я, похоже, опять туда, не туда залез. Или туда. Ты тоже чувствуешь, Артём? Не бойся, я рядом. Все-таки не понимаю, что это за красная штука. О-о. Еще скажите, что я опять сдох. Нельзя стоять. Я помогу. А, все-таки это было нормально. Не тревожь их, Артём. Иди рядом. Понял. Идем, пацан. Они давно здесь. Не торопись. Их много, но все они в одиночестве. Только страх и боль. Я все-таки немного не понимаю, что происходит здесь. Не могут уйти и хотят, чтобы с ними кто-то остался. Что это? Лучше объясните мне. Что за руки, что за тела? Что меня там сносило постоянно? Да, ответов меньше, чем вопросов. Это точно. Так, куда идти дальше? Сюда? Нет, сюда навряд ли, воу. Так, куда? В какую сторону? Сюда? Нет, сюда не пройти, значит, сюда идем. Идем сюда. Так, а где это я нахожусь? Оу. Там эта тварь. И там эта тварь. Здесь... Где эта тварь? Нету здесь твари. Здесь и только... Труп какого-то чувака и... Винтовка. Так. Я что-то иду опять не туда. Мне вроде бы... В это направление идти. Ну-ка. А другие ходы есть? Просто я слышал, что... Здесь... Можно прогуляться где-то. И найти... труп одного очень известного человека. Но, увы, я только хожу кругами, трачу ваше драгоценное время. Мне секунду показалось, что там чья-то голова. А это казалось, что дерево такое видоизмененное. Ну, ладно. Спрыгиваем. И пойдем дальше. Там впереди делать нечего. Просто идем вперед. Оу. Оу. Опять всякие крики. И, как всегда, не пойми, что происходит. Вообще, куда я попал? Что за дурдом? Что это за светящаяся штука? Да, противогаз мой уже вообще не тот. Сам видите. Так. Ну, я вроде бы на правильном... А, во. А вот и тот чувак. Артём, здесь злые. Много. Очень красные. А свалить нельзя? Стоп. Мне куда-то в ту сторону. Так, этот момент очень странный, честно говорю, потому что, как я его не проходил, все время меня замечает. Я думал, что его можно по-мирному пройти, но, конечно, куда же? Куда нам до этого? Вот сейчас вы увидите все сами, короче. Короче говоря. Так. Не, это я не буду брать. А, еще один! Бросай оружие, руки за голову! Так, надо найти укрытие сразу. Артём! Да, сколько веревочки не виться,
Ну что же, раз так, отставить бросать оружие! Товарищи бойцы, относительно этого рейнджера у нас там особые приказы... Точнее, не он, а вот его бойцы. Уничтожить! Огонь на поражение! Нельзя стоять! Я так, помогу! Давай! Так, я... Я, похоже, стреляю не теми патронами. Не могу больше. Устал. Сейчас проверим заодно. Да, я стрелял именно этими патронами. Не-не-не, мне эти патроны жалко, знаете. Патроны деньги, они на то и деньги, что их лучше не расстреливать попусту. Так. Так, надо проверять, что это были обычные, потому что... Так, да успокойся ты. Так, где-то еще я должно быть. Я помогу видеть. Ага, во, вижу. Не знаю, как поможет, и почему-то у меня Артем двигается в какую-то сторону. Подождите-ка. У меня что-то баг с управлением был. И он ходил куда-то не туда. Нате вам! Так. С этим разобрался. Так, ты! Там, успокойся, блин. Так, держимся. Так, что-то их... Вот здесь их плохо видно, сразу говорю. Так, вот, вижу одного. Так, не отходим. Так, давайте-ка попробуем сейчас с Хельсинга. Там его надо накачивать? Надо. Сейчас накачаем по полной и разберемся. Ага. Блин. Слушайте, печально, я не могу по ним попасть. Туда. Ау. Не, знаете, все-таки лучше бы я тихарь оставил. Потому что тогда с тихарем как-то было немного проще. Так, там снайпер еще. Так, кто у нас там еще остался? Так, ну идите-ка сюда. Да блин. Сдохните уже. Слушайте, у меня противогаз весь в щи раздолбанный. Где остальные? А, так, где он там? Второй чувак. Там же еще кто-то... А, вот! Ну ладно, сбежал ты тогда. Так, хоть сюда бы не лез. Так, быстренько сейчас. Так, где он там? Так, что здесь делать-то, а? Так, еще один противогаз. Еще более лучше. Корбут забыл про тебя! Размечтался! И я не забыл! Ах ты! Надо было тебя там у фашистов бросить! Да, конечно, бросил бы ты меня. Блин, опять не теми патронами стреляю. Не захотел по-хорошему! Не захотел с нами, значит, сдохнешь тут! Где он? Я его пропустил мимо себя, тут патроны подбирал. О-оу. Да ладно, не говорите, что сейчас еще набегут. Я на этом моменте немного застрял, ребята. Так, быстренько сейчас прячемся. Меняем патроны, а то у меня они опять там, видите ли, закончились. Да блин. Все, убил наконец-таки. Товарищи, я его прижал. На тебе. Блин, ты глянь, а. Не, знаете, этот момент, конечно, очень интересный. Он хоть немножко хардкорный в какой-то степени. Потому что сами бы вы видели, что там происходит. Так, аптечка, где ты? Аптечка. Или не надо ее использовать? Кто это там стреляет? Явился, значит? Не трус, это точно. Давай, Рэндж, режь, убивай, как мы привыкли. Или струсь. Что, Артём, затряслись под жилки? Это тебе не мутантов жечь. Так, ждем. Может, он расстреляет свои патроны? Хотя это глупо. Но можно подождать ради прикола. Смотрите-ка. Блин. Просто так его убить не получается. Так. Собака, а? Тогда поднимайся! Давай, Артём!
Тихо. Поднимайся сюда! Гоняться осторожно. За тобой я уже не могу! Но мозги вышибу, не волнуйся! О, опять! Слушайте, он что там, бронированный, что ли, по самый пояс? А откуда он сейчас вылезет-то? А, с той стороны? Или с той? Оу, да, понятно, с той стороны. Ну, Павел, счастье. Будет веселая жизнь. Он совсем не красный. Не злой. Ему просто грустно. Не понимаю. Я сам не понимаю. Как понять грустно? Этому козлу. Где он? Ты жив там? Что, нашел? Молодец. Без страха и упрека. Ну. Тихо, тихо. Это еще что? Тварь тут на меня натравишь. Герой. Ты что делаешь? Зачем ты это делаешь? Зачем он это делает? Эксперимент на Октябрьской можно считать удачей. Вирус быстро убивает, а затем сразу теряет активность. Осталось лишь взять D6, чтобы добыть достаточное его количество, и сможем очистить все метро. Итак, товарищ Морозов, у нас всего один шанс сделать все красиво и четко. У Ордена хорошие бойцы, но их мало. Все входы им не перекрыть. Наша разведка нашла слабо охраняемый вход через Кремль. Мельник будет на переговорах в Порисе. Командовать он не сможет. Тут-то мы и нанесем удар. Неделя, и наступит новая эра. Так, уже запахло бедой. О, что это? Опять руки? Опять? Вы что творите? Артём! Ну что же ты, Артём? Решай. Уйти? Помочь? Решай. Здесь нельзя долго. Поможем, поможем. Нечего его там. Артём, не бросай меня так! На тебе. Спасаю тебя. Знать бы, что это мне дало. Выживет. Вот оно какое прощение. Спасибо. Я запомню. Да не за что. А ты, сволочь, живи. Если, конечно, ничего сказать не можешь. Все. Уходим отсюда. Теперь бы только успеть. В полис. На мирные переговоры. Мира не будет. Будет война. Самое последнее. Теперь я знаю ответы на все вопросы. Пашина голова — это кладезь преступных планов Корбута. Ладно, давайте-ка на этом завершим часть. Что ж, с вами был я, Глеб. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.